как классно было бы. Алмаз Рафаэль. О, Непомнящий! Это, я помню, ты с ним же экран еще играл, да? Я-то перед стримом хотел же как раз таки с Непомнящим и с Магнусом сыграть. Вот теперь Непомнящий. Я и Белый Мир. Еще раз. Круто. Так, он ведет стрим. Ну, а мы в прежнем Найдер выходим. Сицилианска. Давайте слон Е2. Если не помню, чем я тоже ни разу не играл. Так что, слон Ж4, надо все-таки надо было H3, да, мне сразу играть? Ну ладно. Типа, мне казалось в свое время, что у меня H3, ну, начинается склада H3, чтобы вот этого не допускать размена. Когда я эту позицию давно-давно изучал. Но это уже было как будто в прошлой жизни когда-то. Ну, идея теперь коня. Ставить на c3, потом d5. Так, правда, он играет ферзь c7. С идеей на конь c3, конь b4 ответит. Хорошо. Было это лет... Блин, даже не скажу сколько. Году в 12-м, наверное, я это смотрел. Как раз. Был единственный турнир, когда я, типа, помогал Карлсону. Давайте g3, чтобы на ход конь e5 у меня был. Секундировал. Ход слон g2. Конь a3. Так, b5, наверное, можно сыграть. Выглядит неплохо. Конь c2. Наверное, меняться не хочу, но за 4 хочу куда-нибудь залезть. Думать тоже не хочу. Ничего не хочу. Давайте. А3, чтобы b4 не было. Ферзя уберу на e2. Ферзей, кстати, мне, наверное, поменять плюсово, да? Будет? На e3. Так, смотрю. Ну, тут сначала коня на 4 поставить, чтобы немножко фигуру стеснить. Может быть, не знаю, может нормально у белых, но как-то так, немножко скучная позиция, на мой взгляд. Давайте слон e4, там как-то с идеей. Слон e5. Надо же. Может, хотя вообще еще идея тут же 4, это h4, h5. Конь e4. Хотя конь c4 напасть сюда. Сейчас придется плана обратно ему вести. Так, там бить плохо наверняка. А грозит конь c4. Кращайшим путем обратно на... Грозит это тоже сильное. На защиту. Рубежей. Давайте для начала ладья c1 как-то тут. Так, это типа конь c4, b3. Все, укрепил на конь c4, b3 будет с вилкой. Конь b2, потом e5, да? Ну ладно, давайте. Сейчас меня покажут, почему я не умею считать варианты. Или я что-то упустил. Ну, типа e5 как-то грозит взять. Да, типа ладно, b3. b3 теперь единственное. Тут, наверное, с e5 лучше начинать, я так полагаю. Конь b2 еще был ход, но конь b2, бог его знает, мне не очень нравилось. Хотя, может, было сильнее. Теперь на взятие везде комби c3 сначала, на вид ужасно у белых. Еще можно и в g, кстати, включить. Надо подумать, сколько ходов хороших. Ну и уже прям хочется включить. c3, ладья c3, ферзь c3, конь c6. Конь c6, ладья b5. Уже есть, да, такой ход. Ну да, понятно, ладья b2 где-нибудь будет. Комби c3 к тому же. Кстати, я бы, наверное, его на его месте бил бы на f4. Хотя там тоже тяжелая позиция. А правда, конь c6 не работает же, да? Там побьет, побьет, и ладья b5 последует. По-разному не очень убил. На мой невооруженный взгляд. Это моя ошибка, что взгляд невооруженный. Ну, посмотрим. Так, ну тогда бить нужно. Так, конь c3 можно пойти. Это правда плохая у меня. Слон b4, конь e2. Ну ладно, давайте. Так сыграем. По-простому. Еще можно... А, ну так тогда ладно, так тогда так. На вид так себе позичка. Попал. Жеф, наверное, король f1 с защитой. Ферзь c5, не знаю. Шах можно дать.
Ферзь 5, он пойдет b5. Нужно побить сначала на f2, да. Мне кажется, как себя заставить думать в этой позиции, непонятно. Ферзь b3, конь d6. Ферзь 5 и h4 есть ход. Что нам нужно следить за пешка? Ферзь c2, на а7, e5 угроза. Ладно, давайте побью здесь сначала. Самым тупым образом сыграю, с самым тупым запасом. Тупее было сыграть нельзя, но, может быть, этого хватит. Ладья c7, может быть, просто пойти. Ладья c6, если хватит. Напал. Сейчас начну пешки собирать. Е5. Убрал слона. На всякий случай. Да, я даю пешку, но что делать? Так, главное, наше не побить, там защищено. На сломе Е5 что задумано? Я не понимаю, ну ладно. Сейчас мне объяснят. Можно еще теперь слон g3, теперь d1. Проведать. Конь b7. Так. Вечер перестает быть томным. Вообще меняем. Трусливенько. Не зря мы столько пешек съели в свое время в этой партии. Трусливенько. Ой-ой. Это даже забавно. Да, и ферзь я не грозит, ну, это проиграно, и ферзь я два. Так маджи? Ну хорошо, ну все-таки не помнящий есть не помнящий. Бландер стоял-то, да? Что был за бландер? Давайте тут быстренько проанализирую, где я там грубую ошибку-то сделал. Вот здесь у меня еще, ну тут b3, что ферзь c3 же, тут такой ход вообще невозможно найти. Тут надо было конь f5, либо b5. А, конь как здесь раз не он считает, нападал, ну, допустим, на c3. А, c4, ну c4, ладно, c4. Пережил бы как-нибудь. Ну все, здесь уже ни помощи не упускал. Тут если ферзь a5, ферзь a6, там король f2, ладья b2, ладья b7, ферзь b7, но тут мне король слабый, у черного две лишние пешки, что проиграно. Ну ничего страшного, да. Все-таки с задней помощью я хотел сыграть, я сыграл. Давайте. Обыграл известного стримера.